побывала во всех районах города. Утро главы Самары Елены Лапушкиной сегодня началось с объезда. Она проверяла, как подрядные организации и обслуживающие компании отрабатывают замечания, связанные с уборкой снега, которые поступили на личную страницу главы, а также в аккаунт губернатора Дмитрия Азарова. Особое внимание подъездам к объектам социальной сферы, таким как детские сады и школы, учреждениям здравоохранения. Побывала Елена Лапушкина и на тех адресах, на которые поступило наибольшее число жалоб. Сегодня работают все администрации внутригородских районов. Сегодня работают администрации города, департамент городского хозяйства. Проверку будут осуществлять до вечера. И по выходу техники, по выходу людей. В Ленинском районе на расчистку территории от снега вышли более 280 человек, 18 единиц техники. В первую очередь расчищают дворы, на состояние которых поступило больше жалоб. В субботике принимают участие сотрудники администрации Ленинского района, нашего МБУ «Сахтоп» Ленинского района, а также все управляющие компании и ТСЖ. Снега выпало, конечно, за январь много, там, по метеоданным 93 миллиметра. Из нормы 56, с превышением в два раза. Но это не является основанием управляющим компаниям неудовлетворительно содержать дворовые территории. Глава Самары обратила внимание на то, что не все управляющие компании оперативно реагируют на замечания. В отношении них будут составлены акты для дальнейшего рассмотрения. Есть замечания по ОДС, что недолатка расчищена дороги, но тем не менее движение достаточно комфортное и уверенное по городу. Были замечания по тротуарам. Особенно много у меня замечаний критических в адрес управляющих компаний домов ТСЖ. И хочу обратиться к руководителю, почистите около своих домов, это надо сделать. Елена Лапушкина также призвала всех хозяйствующих субъектов, владельцев магазинов, салонов красоты расчистить свои территории, а жителей поспособствовать уборке снега, убрав с улиц припаркованные автомобили. Виктория Шара, Константин Головин, «События».